Всем огромный огромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И у нас с вами такая смешанная мини-рубрика по комментариям. Почитала я и у себя комментарии, и у Уралки, кстати, тоже. Ну, наверное, мы сначала Почитаем мои комментарии по поводу дачи и тушенки. Значит, Алла написала. Уралка говорит, тушенку привезли на дачу. Так почему же не пошла что-то приготовить? Ни на шаг не отходит от Сафара. Поеду, говорит, с тобой в магазин. Неужели башка у нее вообще не варит? Оля весит 200 килограмм, плюс мешки с цементом еще килограмм 200 Ей свою машинешку не жалко? Ужасная бабища, ленивая, да нельзя. Огурцы-то и то, наверное, сафар садил. Ребят, да там уже и так, поди, все разваливается корыто. Ну, я имею в виду машинеха их. Там уже все заржавело и разваливается. Сафарик же собирался пороги переваривать. Вы представьте, еще сейчас сколько там этого удобрения, цемента наваляли. Плюс Уралку туда посадить. И как бы все на асфальте не осталось. Ну вот вы представьте, ребят. Ужас. Ну, а ей же тогда лампочки. Мне кажется, в последнее время Уралочка очень боится, очень боится, что сафарик не направо завернет, а налево. Ну, а че? Чего она думала? Она, то бишь, только сидит. О, сядется, значит, на этой лавке у себя на даче и тупо сидит. Говорит: работы нет. Сафар сказал: еще ничего не делать. Еще рано. Ну, правильно, еще рано, еще надо в сраче посидеть, а потом, может быть, уже и убирать не надо, потому что уже и дачный сезон закончится. Дальше, ребят, Зуля написала, зачем консервации в таких количествах? Таджики и вообще все азиаты не едят консервы так как не к такой еде. У них на родине овощи и фрукты почти круглый год. И они едят только в свежем виде. Я сама с Киргизии, мы там закруткой не занимались. Так мы и сами не понимаем, Зуля, нафига ей консервации. Мы-то их тоже не видели у Уралки на канале. Нет, вернее, мы видели, как она закручивала. Конечно же, я бы в жизни не рискнула по ее рецептам <laughs> делать такие закрутки, потому что неизвестно, где они сейчас. Или они уже давным-давно выстрелили, да, бомбежку устроив у Уралочки в квартире либо раздала все друзьям. Хотя сомневаюсь. Ну, в принципе, а чё? Вон друзьяшки прикатывают каждые выходные с пустыми руками, чтобы на халяву пожрать, да попить, да на халяву поспать. Вон и матрасик прикупили, да чтобы мягче было размещаться на полу. Двух диванов же маловато будет. Ну а дальше у Уралки написали на канале про пигментацию. Ой, я уж, если честно, вы знаете, не обращаю внимания на ее лицо. Мне как-то вот по барабану. Пусть ходит как хочет, с пигментацией, без пигментации, чесанная, не чесанная, с грязными ногтями или нет. Вот по барабану. Значит, написали ей, блин, какая пигментация на лице, сколько средств есть даже народных, в конце концов, ну, сходить к косметологу. Зато сидит, хвастается, что ничем не пользуется. Но ну, это просто ужас. Кстати, да, ребят, вы помните, как она все время орала, что она натуральная вся, что никакими кремами она не пользуется. У нее натуральная красота. Ну, простите, такая натуральная красота пятнами – это перебор уже красоты ой, прям хочется сказать, крыса ты. Короче, какой косметолог? Никуда она не пойдет. Ни к какому косметологу, да и крема на себе покупать не будет. Ребят, там тюбика крема на один раз. Что она будет? Покупать себе литрами, что ли? Пусть ходит рябая и радуется. Она ж кричит, что она натуральная. Прям натуральнейшая красота, красотишная. Дальше. Написали про голубику. Вам люди писали столько о голубике, а тут, оказывается, свой агроном. А зритель не в счет, могли бы и людей поблагодарить. Кстати, ребят, Уралочка решила ответить нам, да, якобы пропиарив канал Нади, но опять же Унизила своих зрителей. Ну, в принципе, что здесь уже говорить, да, на зрителей она чихала всегда, и сейчас не исключение. Но только вот в прошлом видосе сидела, блеяла прям таким голосочком: Спасибо вам за то, что вы написали про голубику, и я и не знала. Вот благодаря вам мы теперь ее пересадим, конечно же но оказалось, что тут совсем не благодаря вам, да, совсем не благодаря зрителям. А теперь правит парадом надежда. А знаете почему? Потому что на обзорных каналах говорят про надежду. То, что надежда... Агроном великий, а Уралочка не могла у нее спросить, и то, что Уралочка пиарит своих зигов бесконечно, а подругу нет. И тут она решила пропиарить Надежду, ну и одним махом унизить своих подписчиков. Так что ловите хомяки и не благодарите. Да, Уралочка очередной раз вас умыла. И правильно сделала. Меньше аплодируйте, стоя своей умершим. Ну и возвращаюсь, ребят, к своим комментариям и комментаторам, да, потому что, ну, круче, наверное, и, и юморнее, чем у нас с вами комментариев не найти. Девиз у жралки «Кормите своих близких вкусной и домашней едой». Мы как раз что видим? Прокисший суп и доширак. Ужас, чем кормит ребенка как ей не стыдно. Ребят, да, и это не впервой. Вы помните, уже был момент, как Уралка якобы была на диете. И ей тоже припоминали, что кормить надо мужа вкусной и домашней едой. А Уралка якобы тогда ничего не готовила, ну, потому что сама только водичку пила, но только пухла, как на дрожжах, прям на глазах. Но ей тоже об этом писали. Ребят, готовит она, походу, исключительно только для себя, а не для своих любимых. Ну, или для контента. Понимая, что Сафарик приехал поснимать, а жрать ей все придется самой. Так что тут про родных и близких, ну, точно совсем-совсем не в тему. И, кстати, да, про мельницу. Я опять не увидела мельницы. Хотя Уралка водила камерой и везде, но мельницы не видно. Ребят, неужели они ее и правда выставили на торги и продали? Но ну, так как у них видеоролики с задержкой, ответ, ребят, мы все равно с вами получим. С задержкой, но получим. Они пасутся здесь сафариком Круглые сутки, да, высматривая, вычитывая и выслушивая, и постоянно отвечают нам с вами. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами... Все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю всем! Пока-пока.